Также всем привет, сегодня расскажу о том, как создать трансляцию в YouTube через GeForce Experience. Ну, естественно, будет работать только у тех, у кого видеокарта NVIDIA. Итак, я открыл GeForce Experience, захожу в внутренний оверлей, внутриигровой. Значит, далее нажимаю на звездочку, вот здесь вот, и здесь, как видите, подключиться. И ниже... значит, YouTube. Ну и, соответственно, ввожу логин и пароль от своего существующего аккаунта в YouTube. Это просто Google почта. Если у вас нету аккаунта в YouTube, просто создайте почту и потом просто одной кнопкой, у меня на канале есть, как это сделать, просто заходите в YouTube и нажимаете одну кнопку «Создать канал». Все. Также, друзья, сейчас я буду вводить почту Google, которую, ну, по которой уже у меня создан канал, и будем создавать, значит, онлайн-трансляцию. Итак, поехали, я ввожу почту. Далее выбираем «Разрешить». Ну и все, мы вошли в, значит, наш аккаунт в Google. Теперь выходим назад. Выбираем прямая трансляция, выбираем YouTube, и здесь ниже, видите, у вас необходимо, чтобы здесь был какой-то сервер указан. Вот у меня Хельсинки, по умолчанию почему-то ничего не указано. Укажите ближайший, ну вот я между Москвой и Питером в Великом Новгороде, поэтому указал Европу, Финляндию, Хельсинки. Вот. Так что, друзья, указывайте тот сервер, который вы хотите. Ну вот и все, друзья. Далее, как вы знаете, для того, чтобы включить сейчас, ну, теперь трансляция, настройки, выбираем здесь YouTube, выбираем, чтобы все настройки нас устраивали, 720p, 30 fps, все нормально, YouTube, нажимаем «Сохранить», не забудьте про эту галочку, режим трансляции позволяет вести прямую трансляцию, нажимаем «Сохранить», и вот теперь нажимаем Alt F8, как вы знаете, выбираем здесь YouTube, вот наш канал, и ставить на сайт. Включите трансляцию на YouTube для использования этой функции. Сейчас включим теперь трансляцию на YouTube. Сейчас покажу, как это сделать. Итак, друзья, значит, после того, как я создал все, активировал, у меня была ошибка, там что-то написал, включите трансляцию в YouTube. Значит, когда я нажимал Alt F8, а как вы знаете, для того, чтобы запустить через GeForce Experience, так надо. Но он мне написал ошибку, после чего я зашел в свой аккаунт в YouTube. Это творческая студия, как видите здесь. Ну, я думаю, что если вы не можете зайти в творческую студию, это за 5 секунд сделать через мой канал и творческая студия. Вот, добавить далее, здесь зашел в видео, зашел в трансляции, и здесь в трансляциях просто нажал начать трансляцию, сделал просто окей, и вот, собственно, и все. Ну и здесь кнопочка «Начать». Вот и все, друзья, значит, не удается подключиться к камере, потому что я сейчас записываю через камеру, ничего страшного. Вот, так что, управление, заходим в трансляции еще раз и нажимаем, видите название, трансляция, тест. Ну и нажимаем «Видео не для детей, создать трансляцию». Все, наша трансляция готова. Сейчас, значит, будет видно, вот у нас есть ключ и так далее. После чего у меня заработала трансляция, значит, здесь. Вот смотрите, я вам продемонстрирую Alt F8. Ставить на сайт, и все, трансляция на YouTube началась. Теперь давайте зайдем в YouTube и действительно проверим, так ли это, работает ли трансляция. Так. Так. Пока не вижу трансляции, но сейчас все будет. Так, творческая студия. Еще раз зайдем в трансляции. Трансляции. И вот в эфире, вот наша трансляция в эфире. Тут, естественно, можно
копировать ссылку на видео и так далее. Давайте зайдем в нее и посмотрим, как она выглядит. Так, единственное, что, как туда зайти в эфире. Сейчас в эфире, но давайте, ребята, аналитика. Не совсем понятно, как зайти, но сейчас все прояснится. Ну вот, уже была трансляция, которая... Так. Как на тебя зайти? А, вот, там есть ссылка. Вот, друзья, все. Вот здесь вот заходим по ссылке. Как и все, друзья, вот она, наша вот трансляция, которую можете скидывать, можете ее отправлять на вашу основную страницу. И вот смотрите, сейчас будет видео, как мы смотрим видео, как мы смотрим видео, как мы смотрим видео, уберем звук. И вот еще сейчас будет видео, как мы смотрим видео. Вперед! GeForce Experience, сила! И еще, смотрите, видео, как мы смотрим видео. И давайте еще видео, как мы смотрим видео, еще одну штуку, вперед! Давай, сколько уже у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте. Так, считаем, сколько у нас там. Сколько у нас там уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Уже десять. Раз, ну, раз это моя, вторая, потом еще. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. То есть, понимаете, трансляция, как я смотрю трансляцию, как я смотрю трансляцию, как я смотрю трансляцию, как я смотрю трансляцию. Так что, друзья, вот так вот. Данная штука сделана через GeForce Experience. Надеюсь, вам видео было полезно. Ссылка, как всегда, в описании. На GeForce Experience, я не знаю, на YouTube. Тут их можно найти очень быстро. Значит, надеюсь, вам видео было полезно. Ссылка, как всегда, в описании. Всего доброго, всем пока, до свидания.